Цель таких встреч, отмечают в мэрии, не только подвести спортивные итоги уходящего года, но и обеспечить взаимодействие представителей ветеранского спортивного движения. Несмотря на почтенный возраст, заслуженные тренеры и мастера все еще в строю. Я в прошлом году то же самое здесь сказал и поблагодарил руководство администрации города. Вот, и в лице, значит, заместителя, который курирует нас. Ведь мы действительно практически не общаемся. Вот нам есть уже 75-80. Мы только вот встречаемся здесь. И это очень хорошее мероприятие. Все зависит от людей. Если люди болеют за ту работу, которой они поставлены служить, то будет все очень-очень здорово. Поделились с ветеранами и итогами года. В Сочи в 2017-м организовано почти 1000 спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 400 тысяч человек. Что же касается жителей курорта, которые регулярно ведут активный образ жизни, то цифра достигла почти половины от общего числа горожан. В это число входят и дети от 3 лет. Ко всему прочему, по инициативе главы города на курорте реализована программа по организации воркаут-площадок, в том числе в селах. В следующем году в Сочи планируется отремонтировать несколько футбольных полей. Завершится в новом году и капремонт плавательного бассейна на улице Поярка. Это наше такое ежегодное мероприятие, чествование ветеранов. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Подводим итоги года. Подводим итоги года, связанные со спортивным оздоровлением, с физкультурой. Самое главное, получаем громадный опыт от ветеранов спорта, который мы перенимаем уже непосредственно в своей работе.